А все-таки, Энди, вам не кажется странной такая тишина вокруг? Как будто Господь не велел нам трудиться 6 дней в неделю. Завтра. Все завтра. Что завтра? Завтра открывается курортный сезон, а сегодня все люди отсыпаются впрок. Ярмарка, базар, продажа, вот гимнастика уму. Перечислить трудно даже все синонимы тому бесконечному процессу. Коль научно говорить, вечный двигатель прогресса, взять, отдать, всучить, нажить, продается все за деньги, от таланта до штиплет, в изобилии идей, при отсутствии монет. Торг присущ людской натуре, как мечты, любовь и страх, шар земной в миниатюре, на прилавках и весах. Но, как всегда, земная неустроенность диктует свой безжалостный закон. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим скрутых и из бульон. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим скрутых и из бульон. Суть явления не в названии, рынок, ярмарка, базар. В этом страшном балагане все живущее товар. Хочешь жить, умей вертеться, дело, бизнес, интерес. Вечный двигатель прогресса, это дьявольский процесс. Но, как всегда, земная неустроенность диктует свой безжалостный закон. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим скрутых и из бульон. Но, как всегда, земная неустроенность диктует свой безжалостный закон. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим скрутых и из бульон. Когда одним прибавочная стоимость, тогда другим скрутых и из бульон.